Так, посмотрим. Let's look. На английском. На уэльском. На английском. Welcome to Rose Park. We hope you enjoy your visit. Please respect your environment and other visitors. Всех уважаем. Так, какие уточки тут рассказываются? Do not feed us bread. Нельзя вообще-то даже хлебом кормить, не рекомендуют. Bread is junk food for us. Did you know duck and swan feed is available from... Ага, можно купить. Можно купить. Do not encourage rats. Не просите, чтобы пришли крысы. Leftover bread and other food is unsightly. Не оставляйте, чтобы хлеб валялся, крысы прибегали. It encourages rats and gulls, seagulls и чаек. Прибегут крысы и чайки, which eat the eggs and young of small birds. Могут съесть малышей, детенышей, птичек и крысы, и могут съесть их яйца. Нельзя позволять. Что тут про крыс сказано? Female rats can have between 3 to 6 liters per year, depending upon food availability. Что, от 3 до 6 раз в год плодятся? Gull fact. Most people label all gulls as seagulls. This is incorrect. Quite a few species of gull live inland, well away from the sea. Ага. Не все чайки живут у моря. Так. Keep your dog under close control, especially when birds are nesting. Чтобы не помешать, держите собачку на поводке, чтобы не помешать птичкам плодиться. Pick up your dog mess. Собирайте за собачкой, убирайте мусор за собачкой, ну, отходы. And place in a litter bins. И в мешочек, и в мусор. Мусорку. Please do not litter. Litter is unsightly and dangerous to wildlife. Чтобы не загрязнять дикую природу, не мусорьте. Please place a litter in the bins provided. Take rubbish home. Ну, это понятно. Так. Нельзя ловить рыбу. No fishing. Все, пойдем. Пойдем, пойдем. Пока я тут гуляю, там... Надел уже пошел далеко, наверное, куда-то. Ну, быстренько переведу поганушки, но там, по-моему, 7 психотипов. Сейчас мы про самые сильные психотипы. Это на канале «Этология», то, что я изучила, ребяточки. Это на канале «Этология человека». «Этология» как «Этимология», происхождения. Значит, то, что я по-английски упоминала в предыдущих видео, пока Наджел вез, так, что за птичка убежала, то какая гусечка тут такая. Главное дышать свежим воздухом. То там я упоминала про самые высокие психотипы. Это психопат, нарцисс. Самое, как, а чаще они лидируют. Они чаще всего лидеры. Наверное, пока я тут гуляю, Наджел уже круг сделает. Сейчас его догоню. Гусочка. Беленькая, серенькая, черненькая. Обожаю этот парк. Мы здесь, может быть, раз в год бываем, но может, какое-то время не бывали даже. Ну, минимум раз в год мы здесь бываем, стараемся. Бывает, что не всегда. Какой-то год пропускали, тут всегда заряжаешься атмосферненько, так заряжаешься позитивом, энергией. Конечно, денек хорошо приходить весной, летом, когда тепло, когда жарко.
мороженка мы тут кушали не раз. Гуляли, прогуливались, просто отдохнуть с семьей, просто на природе. Так, самые высокие у нас, ребятки, психотипы, это ну, психопат. То есть, давайте так, что есть психопаты, которые себя высокоэффективные, которые себя отрегулировали, которые... В принципе, ну, лидеры, которые, ну, у которых агрессия под контролем, но они достаточно, вот эти альфа-самцы, мачо, это часто психопаты и социопаты. По, ну, на канале «Этология человека» нам рассказывает ученый парень. Значит, ну что такое, знаете, я сразу у меня очень негативно это все было вот, насчет психопатов, там, психопаты, нарциссы, у меня много как-то чего-то, какого-то негативной информации, ну, то есть минусы их черт характера, акцентуация характера, минусы, но в общем-то, это канал «Этология человека», парень ученый нам рассказывает, интересно, как вас зовут, мне нужно спросить, познакомиться, люблю ли умных людей, вот, и просто имя узнать. Ну, ему как бы под 30 или за 30 я бы дала такой возраст молодой. Тут сильно близко не буду подходить, то они убегут. Приближу вот так. Так что, ребятки, у каждого из психотипов свои положительные стороны. Они потому и являются сильными психотипами. Вот психопат, нарцисс, шизоид – это три самых сильных психотипа. Психопат, нарцисс, шизоид. Ну, потом по иерархии там идет уже эллиптоид, эмпат. Или наоборот, нужно просто правильно запомнить. Я запомнила, вот эти три идут вот так, в таком порядке. Психопат, нарцисс, шизоид. Потом будет эмпат, эллиптоид. Ну, вот отдельное. Эллиптоиды – это те люди, которые постоянно следуют правилам. Это западное общество, это страны эллиптоидов. Когда есть закон, работает закон, эллиптоиды –